Кадровые перемены в мэрии Ярославля. Пост директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ покинул Денис Зайцев. В конце прошлого года Денис Викторович написал заявление по собственному желанию и был уволен 31 декабря. По неофициальной информации, заявление об увольнении было подписано после заключения контрактов по уборке города и ямочному ремонту с компанией «Трасса». Зайцев возглавлял агентство по муниципальному заказу ЖКХ полтора года. На должность временно исполняющего обязанности директора назначен Александр Пруденков. Также в этом году свой пост оставил и начальник управления делами мэрии Ярославля Сергей Сушков. На должности он проработал 2,5 года. Трудовую деятельность в органах городского самоуправления Сергей Сушков начал в Тутаеве еще в январе 2006 года. Позже переехал в Ярославль. В нынешнем году он вернется в Тутаев на должность советника главы района.